Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ вымышленные военные тайны. Еще в 2015 году два молодых человека из забайкальского города Борзя вступили в переписку с ЦРУ и заявили, что у них есть некая секретная информация о российских вооруженных силах. Как ни странно, американские военные предложением заинтересовались и даже прислали письмо с интересующими их вопросами. Но поскольку реального доступа к секретной информации россияне не имели, то стали отправлять ЦРУ придуманные истории об эшелонах, которые отправляют на Украину, и о ракетах, нацеленных на США. Контакты молодых авантюристов ЦРУ пресекли российские спецслужбы. Ребят пожурили, но не более. Уголовной ответственности им не грозит, так как никаких секретов они в действительности не продавали.